господа, мы рады приветствовать вас на первой в Москве гомосекской дискотеке! Только в Москве надеемся на завтра, ведь камызяки каждый день вчера. Снова на этой сцене камызяки, и ничему здесь лишние слова. Если вы эту песню не узнали, это Китай, группа «Мираж». Да-да-да, группа «Мираж», старые добрые девчонки. Тема приветствия «Надежда на завтра». Вы знаете, это ну прям чисто камызякская тема, потому что нам, кроме как на завтра, надеяться больше не на что. Да-да-да. Тем более у нас гимн города с этих слов начинается, да. Вот, так давайте же споем эту песню, давайте. Давайте. Надежда, ой, надежда на завтра. Слушай, а там дальше с матом. Торохов, ты нас очень подвел. Вот теперь угадай, в какой руке боль. Правильно. А тут нежность была. Друзья, вы знаете, камызяк недавно признали самым дерзким городом России. К нам недавно Путин на рыбалку приезжал и ничего не поймал. Представляете? Да-да-да. Вот вам ха-ха, у нас после этого водолазное училище закрыли. Ну что, Москва, давай лови ха-ха, пока мы камызякские, let's go! Давайте начнем. В Камызяке живет самая равноправная семья в мире. Ты что, куришь, что ли? Че, у тебя буду спрашивать, что ли? Ты как с отцом разговариваешь, эй? Эй, шагай давай, глава семейства. Представьте, мужик, который всю жизнь ездил на «Жигулях», покупает иномарку. Беру. Двигаемся дальше. Случай в ювелирном магазине. Вот это колечко почем у вас? $5000. Угу, а вот это? А это $10000. Ага, а вот это? О, а это $30000. А, я так понимаю, мне в ту сторону, да? Друзья, на прошлой игре мы показали номер про камызякскую поликлинику. После этого нам позвонил мэр и попросил ее больше не показывать, а то реально ремонтировать придется. И именно поэтому очередной обход в камызякской районной поликлинике. Это не поликлиника, дурдом какой-то. Че вызывали? Че за срочность такая? Ну так понедельник, 9 утра. На работу надо все-таки. Фу, ты из-за этого, что ли? Нет, нам звонили из Москвы. Теперь мы будем заниматься весенним призывом. О, наконец-то ремонт на кухне сделаю. О, блин, вслух сказал, да? Ну что, боитесь меня, трусишки? Годин. Ладно, не переживайте. Пойдут самые здоровые в армию. Видите, вон, Шойгу на меня какую ответственность возложил. Он не сегодня, завтра министр здравоохранения будет. Потом министром экономики. Потом министром образования. Это что получается, я из-за вас теперь со всем правительством переругаться должен, что ли? Так что давайте начнем. Может быть, кто-то добровольно здоров? Я! Нет, нет таких войск. Давай, иди домой. Так, ты, иди сюда. Психологический тест. Что видишь на этой картинке? Влюбленную пару. Точнее. Я и ваша дочь. Я тебя предупреждал. Я тебя предупреждал. Вот теперь не обижайся. Будешь служить на подводной лодке. Может, в подводной лодке. Вот все будут в подводной лодке, а ты будешь на подводной лодке. Так, у тебя что? Вот молодец. Вот теперь хорошо. Молодец.
А вы вчера смотрели «Жить здорово» с Еленой Малышевой? Ну, мне интересно же, елки-палки, зачем ты смотришь? Я в прошлый раз смотрел, она пришла в костюме желудка, что-то урчала, урчала, всю передачу делала. Я переключил ее. Давай, сына, что у тебя? Так, дисфункция секреции биологически активных веществ в результате нарушения вегетативного генеза. Ты смотри, как он красиво завуалировал. Сикается он. Брехня, косит он. Ну, брехня, не брехня, Норик. А вот у нас в инфекционном отделении один симулянт умер. Да вы что? Да, 4 дня не верили. Щекотели, щекотели, бесполезно. Знаете, как я догадался? Я смотрю, апельсин никто не ест. Азамат Тахирович, вот жалко, конечно, что у нас женской армии нет, как в Израиле. А то б сейчас здесь столько девчоночек в юбчоночках стояло. Девчоночки, юбчоночки. Ты что, блокнотик Расторгуева нашел, что ли? Армия — это сугубо мужское дело, понятно? Так что медкомиссия — это все формальности. Ребята, вы все годные. Это почему? Почему, почему? Потому что для камызякских пацанов армия — это единственный шанс жизни хоть что-нибудь поносить от Юдашкина. Ну, а закончить мы бы хотели словами великого классика Виктора Гюго. Смех — это солнце, которое убирает зиму с лица человечества. Камызяк, пришла весна, и снег растаял. Сразу стало видно всем, что не так. Да не идеален он, но мы-то знаем. Вся Россия как большой камызяк, поздравляем. Камызяки.